Теперь берем изолон толщиной 4 мм и вырезаем вот такие лепестки высотой 25 и шириной где-то 29 сантиметров. Это будет самый маленький ряд лепесточков. И он должен у нас только немного выглядывать за нашу серединку. Вот где-то вот так. Готово. Теперь мы его нагреваем феном строительным и придаем волнообразную форму. Так, сильно над ним не измывайтесь, над своим изолоном. Он отлично держит форму, то есть вот этого будет достаточно. Так, следующий ряд лепестков мы будем вырезать из квадратов 40 на 40.
Следующие лепестки мы вырезаем из прямоугольников 45 на 40. 45 это будет высота, 40 ширина. Так, теперь беремся за покраску. Наверное, вопрос века, чем красить изолон. Я крашу вот такой краской Феидал акриловая эмаль. Она есть глянцевая, шелковисто-матовая, красный цвет. Я колеровала у колеровщиков, то есть непосредственно в магазине, да, вот литровую баночку мне заколеровали в красный цвет. Потому что по инструкции больше 10% колера вы не можете добавить в краску. Соответственно, как получить насыщенный красный, я не знаю и рисковать не собираюсь. Поэтому красный, желтый и синий, яркий, я отдала под колеровку, мне заколеровали по баночке. Все остальные пастельные тона, светло-розовые, все можно колеровать самостоятельно вот такими колерами. У меня колорит есть, снежка, разницы особо не вижу, кроме того, что колорит немножко жиже, чем вот снежка. Собственно, об этом все. Можете красить резиновое автомобильное, если у вас один цветок. Но тогда вы должны понимать, что вам нужно будет взять и светло-салатовую, и красную, и темно-зеленую на листок, там лепесток и все остальное. Я, ну скажем так, резиновая автомобильная краска на порядок дороже, чем вот эта вот краска Феидал. Только смотрите, под колеровку берется краска не белая, она так и называется, для колерования. Поэтому будьте внимательны, если заказывать, то уточняйте, для чего вам. Чем красить? Красить можно кисточкой, валиком. Хотите быть модными, берите краскопульт. У меня краскопульт электрический. Вот такой, без всяких дополнительных там конструкций и всего остального. Достаточно удобный, мощностью 400, вытягивает любую краску. Вот, по крайней мере, эту так уж точно. Очень удобный, моется. К слову, краску я не разбавляю водой, она достаточно жидкая уже изначально. Мне этого хватает, ничего я в нее не лью. Так, ну что. Умные люди надевают перчатки. Они умные будут красить так. Вот так вот мы красим наш лепесточек. Красим в два слоя и оставляем на просушку. Боковинки вы можете проработать кисточкой, если вам неудобно краскопультом. Прям берем красочку. И аккуратненько. Можете дождаться высыхания, можете не дождаться, сразу покрасить.
Так, теперь мы будем приклеивать лепестки. Клеить мы их будем в шахматном порядке, начиная от самых маленьких и заканчивая самыми большими. Но перед тем, как наклеить лепесток, мы его разрезаем в центре и склеиваем вот так, создавая объем, да, наверное, поднимая его немножечко вверх, чтобы у нас цветок не получился совершенно плоским. Подержите подольше, потому что изолон, ну, он плохо клеится, дольше клеится.